Здорово всем, друзья, с вами Мануэль. Я решил поиграть в еще один зимний мод, на этот раз на платформе Stalkers of Pripyat. Тут даже есть отличный от оригинала сюжет. Если кому-то будет интересно видео с прошлой зимней модификацией, ссылка на него будет в комментариях. Также я хотел бы рассказать вам о конкурсе, который прямо сейчас проходит в моей группе в ВК. Ссылка на нее есть в описании. Я разыгрываю 5 копий Metro Redux Bundle. Если вам интересно, читайте закрепленную запись в группе. Ну и конечно вопрос на это видео. Кем был лесник и сталкер Чистое Небо до катастрофы на Чернобыльской АЭС? Приятного просмотра! Опа! Здорово, Дмитрий, на нас напали военные, срочно нужна твоя помощь. Хорошо, я сейчас их угомоню. Вот так вот, без предисловий, да, сразу идти угомонить военных надо. Но я-то не против, пойдем. Воу-воу-воу! Они с пулеметов, что ли, стреляют? Слышь, дядь, подожди. Не-не-не-не, не надо. Ребят, давайте как-нибудь договоримся, что ли. Что у меня за пулемет? Граната полетела, ну вообще шикарно. Стреляй по дуракам этим! Они вообще как-то не дамажатся. О-хо-хо-хо, ничего себе, ты пушку-то перезаряжаешь. Вот это у меня вообще мастер-фломастер. Так, ну я вроде бы кого-то убил. Я по ним прям плотно зажал, и да, несколько трупов действительно есть, и меня со спины обошли. Опять гранату, да хорош, мужики! Так, я прячусь. Нет, дядь! Серьезно, вот прям вот так вплотную, лечись, дура! Отлично, там еще очень много было, ребят. О, посмотрите на эти выкрутасы, пацаны, ну это просто жесть. Опять гранату! Да хорош! Успел кинуть, смотри на него. Посмотрите на этих дураков, гранатами тут своими шваляются. Так, что у тебя были? Неплохие такие стволы, я просто их подбираю, даже не буду смотреть, что там и как там. Следующий. Где гранату вы кидаете, пацаны? Один. Второй. Третий, отлично. Поговори с волкодавом. Разумеется, предварительно мы обыщем сейчас пацанов. И уже после этого пойдем к волкодаву. У них весь лут есть. Вот и все, перегруз. Что это у меня за белизна? Аква минерали, батюшки, мне за эту рекламу никто не платил. Жигули. Так, ну давай, наверное, вал выкинем, он вообще убитого состояния. Пиздолетики можно выкинуть, они тоже нам как-то особо не нужны. Ты что там делаешь, дядь? О, посмотрите на этого дурачка. Что свистит, сука, не понимаю. У меня в ухе свистит, ребят, или мне кажется? Ладно, наверное, кажется. В общем-то, пацанам мы помогли отбить атаку. Короче, это у нас Галил. Галил мне не очень нравится. Хотя по повреждению он будет лучше всего. Также на него поставить прицел нельзя, что меня крайне напрягает. 21 граната, вы вообще сумасшедшие. Господи, я весь на перегрузе. Но не столько интересного барахла. Смотрите, адреналин. Посмотрите, какие характеристики он дает. Это же просто жесть какая-то. Ну, разумеется, всякие аптечки и КПК надо забирать. Гранат просто немерено. По 4, по 2, по 3 гранаты у пацанов. Надеюсь, они хоть чего-то стоят. Ну что ж, я набрал лут, и мы возвращаемся. Ого, я и даже идти не могу. Возвращаемся, попробуем поторговать, если тут есть торговцы. Они тут, по идее, должны быть. Да ладно, что, серьезно, нету никого? Как-то грустно получается. Я специально собирал лут, у меня тут неплохие автоматы, 21 граната. Просто так, что ли, это все? Все, спеклись, вояки. Атака отбита. Отлично, воин, получай награду, заслужил. АК-74-2У. И выполнено, поговори, 10 тысяч, спасибо. Ты отлично справился с предыдущим заданием, и я думаю, что могу тебе доверять. Хочу поручить тебе ответственное дело. Что за дело? Отнесешь Сычу на Скадос кое-какие документы и передашь ему, чтобы немедленно отправлял товар, заказчик ждет. Будет сделано. Из-за того, что мне АК-74 удал, я теперь на перегрузе. Давай, наверное, его выкинем. И идти, говорит, к Сычу надо. Посмотрите на эту замечательную заснеженную карту. Сколько у нас тут локаций. Темная долина, база свободы, свалка. Ну хорошо, пойдем. Нас ждет Сыч, пушки я все-таки до него донесу, чтобы продать. Хотя, блин, если так посмотреть, деньги мне не особо нужны. 60 тысяч рублей как-никак. Ладно, посмотрим. О, речка затвердела. Помнится, как однажды, зимой, когда я был еще совсем маленьким ребятенком, я возвращался домой с тренировок. И решил покататься на льдине, которая была рядом с берегом. Это был небольшой кусочек льда, который удерживался на воду. И как только я на него наступил, я провалился в ледяную воду. Конечно, особых каких-то последствий не было. Ой, мне плохо становится. Потому что это было все-таки возле берега. Но потом пришлось идти довольно далеко домой с мокрыми штанами. Кого это я вижу? Тут у нас Снорк. Ну-ка в голову ему... А, не, ему похрену. В голову поп... А, ты тут не один! Зимние Снорки, а чё же вы без шубы-то? Ходит, бродит тут, понимаешь. Но видно, что они все такие, знаете. Холодно, пацанам. Луст с них не падает, поэтому просто идем дальше спокойно. Ха, странно. В инвентаре пистолет отмечен будто бы с глушителем, а по итогу нет. Это как так вообще получается? Ура! Ура, ребят, наконец-таки я дошел до Скадовска. Сталкер для нас абсолютно нейтральный, но оно и понятно. Я наемник. Дмитрий Гребенюк. Пустите! Можно вас тут погреться? Думаете, у них тут холодно? По идее, да. Ха, ты дурчудра. Посмотрите на это чудо. Это снежный человек, что ли? Слушай, тебя никто не боится. Кочергин, дурачок какой. Да что это свистит, сука, вечно в ухе? Эй, ты, слышишь, это кто сказал? Удачи тебе там. Это ты сказал?
Здравствуй, хочу у тебя кое-что спросить. Спрашивай. Ха, ну ладно. И ты совсем наглел. Вот так вы с новичками разговариваете? Нам надо к Сычу. А, привет. О! Я сейчас подойду. Подожди, нет, давай сразу поговорим, у меня для тебя серьезное дело. Здорово, Волкодав прислал тебе документы и просил передать, чтобы ты поторопился с товаром. Говорил он тебе, давай сюда. Волкодав сказал, что я поступаю в твое распоряжение, что у тебя для меня есть какое-то задание. Как раз вовремя. Будет для тебя одно задание. В баре найдешь наемника Кочергина, он ведет тебя в курс дела. Найду, хорошо. Но перед этим давай поторгуем. Так, денег у меня действительно очень много. То есть я могу себе купить любой ствол абсолютно. Этого делать я, конечно же, не буду. Я тебе кое-что хочу продать. Я ему, пожалуй, кое-что продам. Это будет Абакан, который по характеристикам хуже, чем Галил. Но с Галилом я не хочу играть, только потому что на него нельзя поставить прицел. А от мушки стрелять, не знаю, как-то она по-уродскому выглядит. Оставить СВД? Не знаю. Лавину? Тоже как-то. Продать? 21 граната, батюшки. Продаю все, и это всего лишь на 3150. Зорикс какой-то забирай. А все Алекс у меня был, нету уже, да? Так, я могу тебе как-то информацию продать, нельзя? Кому же я КПКшники-то тогда отдам? Ну и, конечно, я иду к нашему любимому Кардану, чтобы он мне немножко броню-то починил. 1000 рублей, 260 рублей, 1000 рублей, броня плюс 10, химзащита, радиозащита. Да, я бы, конечно, уменьшил вес бронежилета, но делать этого не получится, потому что нет инструментов для калибровки. Где их взять? Скорее всего, на лесопилочке. Фонарь я даже тут не буду пытаться зажечь, вы только посмотрите на это. Как же все отдает блеском. Понимаю, на улице, да, все белым-бело. А почему на Скадовске? Тут что, снег изнутри тоже идет? Или тут настолько сильные заморозки, что сквозь металл проникают сюда? Так, что у нас по итогу? У меня есть СВД, который патронов вообще нету. Я думаю, ее надо убрать. СВДшку убираем. Галил, наверное, все-таки тоже убираем. Не очень я хочу прямо. Мне не нравится. Пистолет убираем, так как я таким оружием не пользуюсь. Оставляем себе лавину, патроны у меня к ней есть. Ну и, собственно, все. ПДАшники тоже почему-то я никому отдать не могу, что крайне странно. К лавине делаем прицел. Ну и все, спускаемся вниз к наемнику, который меня ждет. Вот этот вот сумасшедший, страшный, снежный человек. Он реально стрёмно выглядит. О, выброс. Найс. Самое подходящее время. Круто. Меня Сыч прислал, сказал, что у тебя есть дело для меня. Наконец-то. Тут такое дело. В нашем схроне поселился контролер. И, что характерно, нифига не желает оттуда сваливать. Но нам придется его оттуда выкуривать. Вдвоем мы с этой пси-гадиной точно справимся. Контролер? Да ты что, смеешься? Это же очень опасно. И ты туда же. Одни нытики по зоне шляются. Ни одного нормального мужика нет. Не хочешь, иди дальше, батарейки на кордоне собирай. Тоже мне, сталкер называется. Не вопрос. Уделаем гниду, чтобы мозги честным людям не полоскало. А если и нечестным? Ну тогда лады, следуй за мной. Сейчас, дед, там... Нет, подожди, отменить. Как это отменить-то, ребят? Ого, смотрите, одна такая штука стоит 4500 рублей. Я же говорил, это очень ценно. И по итогу сейчас 9000 рублей. Так, я сейчас попробовал снова переместиться, но... Прикол в том, что выброс идет, короче, пацаны. А у меня нету лекарства от выброса. Вы же понимаете, что это значит? Или мне вам рассказать? Выброс, пацаны, начинается выброс. Давай, короче, сам попробую по фасту эту собаку замочить. Уходи отсюда, мужик. Сближаюсь. Сука, я не могу по тебе попасть. Где настоящий контролер? Стой, 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 дядя, 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 дядя. Дядя, ты где? Дядя, 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 успокойся. Мочи его, стреляй, 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 дуру. Тихо, 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 тихо. Фух. Кочергин, иди сюда. Завалили мы твоего контролера. Так, ну мы по идее в укрытии, нас же не должно дамажить. Дядя, переждать в укрытии, да, мы как бы в укрытии. Давай, наверное, тогда и переждем. Так, переждать в укрытии выполнено. Я использовал, в общем, таблеточки, потому что не хочу ждать. Нормально мы его успокоили, сильная скотина. А ты, парень, не промах, надежный. Иди сейчас к волкодаву, получай заслуженно. Я ему сообщение на ПДА скину. Хорошо. И скажи, чтобы людей сюда прислал. Окей, без проблем. А что тут такого-то хранили? Сталкер какой-то. Да и все, ничего тут ценного нет, ну таблетки я собрал. Что? И провода какие-то. Зачем тут провода, если тут нету света? Ладно, неважно, друзья, давайте отсюда текаем. Контролёра мы, в общем-то, замансили. Ёп, той дивизию, что это такое? Я сейчас ослепну. Это какая-то дичь. Ну ладно, возвращаемся за наградой. Ёпта, плоти! Плоти в рот вас молоть. Связываться с вами я не намерен, до свидания. У меня есть задание поважнее, я иду за наградой. Жалко, на льду нельзя скользить, типа так. Уии! Не скользит вообще никак. Разговор? Здравствуйте, дядя Волкодав. Я все сделал. Отнес записи для Сыча и вместе с Кочергиным завалил контролера. Мне уже передали. Отлично, справился молоток. Получай расчет. 8000 уже меньше. Еще будут задания. Есть тут одно дело нелегкое. Ну, боюсь, не потянешь. Что за дело? Можно подробнее. Недавно в зоне разбился самолет с учеными. Они якобы прилетели за каким-то ценным артефактом. Ну и как обычно не долетели. Упали в районе свалки. Дальше поперлись пешком. В итоге до Юпитера дошел один ученый. Ну так вот, тебе надо будет узнать, что и как. Зачем и почему.
и все такое прочее. Ну и необходимо присвоить это ихний чудо-артефакт. Артефакт имеет очень много хороших качеств. Да, непростое задание. Кто спорит, но и оплата соответствующая. Где мне его найти? Последний из яйцеголовых прячется в бункере ученых на станции Янов. Это в окрестностях Юпитера. И будь внимателен, на нас кто-то охотится. Вчера наших ребят положили профессионалы какие-то, что у них дырки только в головах. Будь начеку. Кто же это такие? Если встречу, отомщу им. Какой ты злой и опасный. И что нам предлагают сейчас? Поговорить с ученым Яблонским, который у нас находится на территории Янова. Ну что ж, ученый Яблонский, жди меня.